Так. Значит, тут все прописано. Так, значит, так, выставляю ультранастройки. Так, тут все в норме. Так, мои показатели тоже в норме. Так, тостер, так, приготовился. Так, значит, лампы. Так, это все есть. А, блин, точно, тотемы бессмертия. Так, все загружены. Ух, господи, все готово, надеюсь, все получится. Всем привет, ребята, с вами, как обычно, Паша, Влэйзи. И, ребята, сегодня в серии мы с вами отправимся в мир Майнкрафта. Но не обычный мир Майнкрафта, мы отправимся, ребята, в будущий мир Майнкрафта. То есть мы посмотрим, вот как изменится Майнкрафт до, то есть вот как мы его сейчас видим, и после, там, через 100 лет, или же сколько. Так, ребят, все работает, так, давайте я быстренько, перед тем, как отправиться, ребята, будущий мир Майнкрафта, я бы хотел посмотреть, сколько на нас подписан человек. Так, ну-ка, Флейзи, так, и на нас. Ну вот, ребят, я вижу то, что вы до 100 тысяч, ну вот почти дотягиваюсь, только осталось совсем чуть. Ребят, вот давайте, сейчас каждый подпишется на мой канал, сделает красную кнопку подписаться, серый, а также поставит лайк этому ролику, потому что, ребята, вы видели, какую вообще я конструкцию соорудил, это просто жесть. Так, жители есть, все есть, так, мы, ребята, проходим, так, ставим контроллер силового поля, так, ребята, все нормально, и... Так, вроде как все в норме. Я готов. Так, блин, точно. Ай, куда его положить? Так, ладно, выброшу, короче. Ладно, ребята. Раз. Поставьте лайк. Два. И три. Бам! Ох. А? О, ребят, получилось. Получилось, да ладно. Да ну нафиг. Ребята, это что, Майнкрафт? Блин, через 100 лет? Офигеть, ребят. Просто поставьте лайк. Это жесть, ребят. Офигеть, тут освещение проработано. Ребят, это круто. Так, о, суп. Чего? Нам, мы теперь можем просто вот так вот дверь открыть-закрыть? Блин, прикольно, ребят, слушайте. Офигеть, блин. Ребят, реально, поставьте лайк, кто еще не поставил. Блин, это реально круто. Так, ладно, ребят, давайте попробуем добыть дерево. Ну-ка, быстрее. А что я быстро так бегать? Так, ладно, ребят, давайте быстрее к дереву. Ну-ка, раз, два, три, бам. О! Чего, ребята, что? Ну ладно, давай дерево, вот так бам, бам, добивай, оба, и давай, и ой, тихо, дерево падает. Аккуратно, ребята, аккуратно, ёшкин-матрёшкин, дерево упало, да ладно, так давайте добудем еще. Ребят, а где у меня инвентарь, о, ребят, стойте, у меня в инвентаре есть вода, так, ребят, что-то непонятно, так, есть факел, так, есть пушка, что в Майнкрафте есть оружие теперь? Да ладно, так, что у меня еще так, это... А, это доски, ребят, это же доски. Так, ну-ка, это... Ой, это... Ай, башка грибера, ай! Блин, ребята, это что-то взрывоопасно. Так, ладно, давайте посмотрим. Значит, ребят, смотрите, то есть мы можем... Ну-ка, а если камень ударим? Опа, а, если... О, суп, чего, мы дверь ударили? Офигеть! Мы можем разбивать предметы, ребят. То есть, смотрите, бам! Опа, ребята, можем... Мы можем после этого еще открыть дверь. Так, бам, на! Ну-ка, ребят, давайте еще проверим физику. Ну-ка, допустим, если вот это сломаю. А, ничего, а если это сломаю? Ну, понятно, ребят, в Майнкрафте также, короче, вещи могут оставаться в своих, о, местах. Нифига! Прикольненько. Так, ладно, ребят, давайте зайдем. Книжечки, вот так бам, книжечки, вот так бам, книжечки, вот так бам. Бам, бам, бам. Блин, ребят, реально круто. Так, давайте вот так поднимаем все. Слушайте, ребят, поставьте лайк. Стекло выбиваем, бам. Ха-ха! Так, ладно, давайте посмотрим. Ну-ка, у нас есть спрей, и мы можем рисовать. Вау! Офигеть! Слушайте, давайте автограф оставим. Ну-ка, вот так вот. А, стоп, что? На сером пишет серым? Да, не очень что-то. Так, ладно, давайте оставим на чем-нибудь автограф. Вот, например, ребята, вот на этом. Так, это не, на этом не хочу. Ну-ка, может, на земле? О, давайте реально на земле. Так, напишем, так, F, ребята. Так, ну-ка, вот так вот, F, ребята, вот так, опа, большая F пишется. Потом вот так вот, L, Flay, и так вот это, Flay, E, вот это, и краткая, так, и вот так вот, Z, и Z, Flazy. Офигеть, ребята, слушайте, реально, блин, круто, то есть мы можем рисовать все, что угодно, то есть даже я YouTube смогу нарисовать. Ну-ка, ребят, давайте попробуем значок YouTube нарисовать, значит, он у нас закрашенный, он у нас более такой прямоугольный, блин, что-то не особо получается, так, и внутри у него, а мы только желтым умеем рисовать, блин, что-то не получилось, так, ладно, давайте дальше смотреть, так, это вода, стоп, это, чего, это реально вода, подождите, ну ладно, окей, ребят, у нас есть и такая вода, а мы можем смотреть, например, граффити? Не, не можем, жалко, так ладно. Давайте посмотрим, у нас есть факел. Ну-ка, стоп, он типа поджигает или что?
Или, а не, он, а он типа делает свет. А, нет. Что, я поджег дерево внутри? Да ладно, офигеть, оно разгорается, ребята, вы это видите? Ну-ка, и водой, 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 так тушим, 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 офигеть. Блин, это реально круто. Так, ну-ка, потушился же, да? Да, потушился, смотрите. Блин, это реально четко. Так, ну-ка, динамит, привет, че? Ну-ка, если я тебя подожду, ай! Ой, это было, кажись, зря. Офигеть, вы видите то, что дом просто разрубило нахрен? Это жесть, ребята, нет, это реально какая-то жесть. О боже мой, так давайте лучше отсюда отойдем. Так, у нас есть еще оружие. И с помощью него, я так понял, мы можем стрелять. Так, бам, бам, бам. О, нифига себе. Ребята, так бам, бам. Блин, это реально круто. Так, давайте зайдем вот сюда. Так, ребят, заходим, бам. Просто с руки выбиваем дверь. Так, о, печка. Ребят, слушайте, смотрите, там еще как раз таки дрова. Ну-ка, если мы их подожжем. Ну-ка, например, так, бам. Так, давай, печка, гори, о. Ребят, чё? То есть мы можем еду там это пожарить? Да ладно, ну-ка давайте подожжем печку, давай, разжигайся, разжигаем так, чтобы было очень ультра тепло. Давай, печка, давай, давай, давай. Ой, ребят, слушайте, мне кажется, прям чересчур жестко поджег. Так, тихо, давайте еще, еще, еще шашлычок даже на них пожарим сейчас. Вообще, ребят, реально, поставьте лайк. Ой, 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 слишком, слишком жестко разжег. Покинуть корабль, вай! Ребята, мне кажется, так не надо, ребята, разжигать печки. Ё-моё! Ладно, давайте еще посмотрим. Так, тут у нас есть, ребята, доски. А для чего они? Типа, может... А, можно наверх подниматься. Слушайте, то есть так на изи, по сути, можно забраться на крышу, да? Или нет? А, да, реально на крышу, смотрите, можно забраться. Оп, давай, забрались на крышу. Офигенно, то есть мы... А пайербомб, это что? Ай! Смотрите, маленькие динамитики летят и... Даже, смотрите, маленький динамит может разрушить крышу и железу. Блин, это реально очень круто смотрится. Ребят, поставьте лайк, вот кто еще не поставил. Так, ну-ка. О, я что, пшеницу могу с помощью револьвера добывать? Бам-бам-бам-бам. Ребят, слушайте, прикольно. Так, ну-ка, если бомбочку кинуть и бам. Прикольно. Так, ты что тут говоришь? Ай! Печка! Печка, ты чё, блин? Так, ребята, давайте потушим, потушим водичкой, водичкой. Так, давай. Тушить, 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 родненько тушить. Аккуратненько, ребят, давайте тушим, тушим. А то печку что-то реально очень жестко подожгли для шашлыков. Так, ребят, давайте тушим, тушим, тушим. Ну-ка, да тушись, ты не гори, тушись. Офигеть! Тушись, ёшкин матрёшкин, ты чё? Так, давай, ребята, тушим, тушим, тушим. Да, ё-моё, всё, да хорош, да хорош, да хорош, всё. Ну, реально, нет, ребят, это нереально потушить. Это нереально потушить вот такой водой. Всё, ребят, я катапультирую. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас ещё. Так, дробовик я видел. Прикольная штука, вот так, бабуй. Колокол, на, нафиг, офигеть. Круто. Так, и динамит ещё остался. Так, давайте дальше посмотрим. А если взорвать дом вот так, бам-бам. Офигеть, это реально очень круто. Это реально очень круто. Ну-ка, например, давайте вот этот домик закидаем просто динамитом. Вау! Офигешечки, ё-моё! Ребят, ну это очень круто. Это реально очень круто. Бам-бам! Так, ну-ка, ой, а это что такое? Что это за бомба какая-то непонятная? Ну-ка, ой, что мы натворили? Ребята, мы что-то, ай, установили. Ай, это динамит побольше же, ребятки. Офигеть, ну он жестко просто уничтожает дом. Ну-ка, давайте попробуем закидать вот так вот домик и попробуем посмотреть, обвалится ли он или же нет. Ну-ка, вот реально будет интересно. Ну-ка, давайте вот эту часть закинем динамитом. Ой, ой, ребят, даже подлаю чуть. Так, давай, давай, ну взрывайся, взрывайся, взрывайся. Давай, давай, побыстрее взрывайся. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Друзья, что-то не особо взрывается. Что за фигня, давай. Взрывайся, какаха. Ну-ка, давай, оба, оба. Не, ребят, слушайте, это очень жестко. Мне кажется, этому дому настал конец. Так, что? Ракетница? Да ладно! Ребят, сейчас дом валится, смотрите. Сейчас по-любому валится дом. Смотрите, если тут физика в Майнкрафте работает, то дом, по сути, должен обвалиться. А что он не обваливается? О! Ой! Тихо, крыша! Ребята, крыша упала. Да ну нафиг, мы крышу можем разобрать. А... Офигеть, это жестко. Давайте, ребята, сейчас быстренько перезапустим карту, потому что это просто жесть. Теперь в Майнкрафте мы берем вот так, перезапускаем и... Чистый мир, это реально жестко, ребята. Вот это реально жестко, вот так бам-бам. Так, ой, ой, нифига, мы даже ножки можем им ломать. Это жестко. Так, ладно, давайте, не знаю, может, подожжем там, чтобы, знаете, печка для шашлыка была нормальной, как бы. Давай, поджигайся. Так, а я... Ну-ка, давайте, ребята, может, порисуем. Ой,
порисуем. Я сказал, блин, мне надо вот это, спрей. Так, ребят, давайте спрей, блин. Что-то он фигово рисует. Так, ну-ка, если зайти в кузницу, ну-ка, о, сундук. Что в сундуке, подожди, что в сундуке? Ай, тихо, ё-моё, в сундук залез. Так, подожди, что там? Ну-ка, давайте возьмем это что такое? Это, стоп, подожди, что это такое? Это уголь? Стоп, это... О, ребят, это ресурсы! Да нафиг, это реально ресурсы. Так, что там еще есть? Давайте достаемся, ну-ка, и... Ребят, смотрите, это рубин, а это уголь, кажись. Слушайте, это реально рубин, вы только посмотрите, он же... Краснющего цвета! Ребята, как красная... Куда он пропал? Боже. Короче, он такой же красивший, как и красная кнопка подписаться. Реально, друзья, подпишитесь на канал, потому что это реально грех просто не подписаться после такого ролика. Офигеть! Блин, так круто! Это... Ай! В смысле? Так, я, ребята, вернулся назад. Ну как? Блин, мы же... Стоп. Что за фигня-то произошла? А! Мой дом! Тихо, давай, туши, господи! Тут что, взрыв произошел? Так, ребят, давайте быстрее, тихо, тушим. Так, аккуратно, так, вроде все, так, тихо, аккуратненько, так, дом потушился же? Нет, не потушился, все, потушил. О, господи, успел! Офигеть, ребята, реально, система дала сбой, вы это видите? Это просто капец! Ну-ка, реально, ребят, тотемы бессмертия, все они... Они испортились, ребята, и все. И капец, ребята! Жесть, ребят, я не думал то, что новый Майнкрафт настолько требовательный. Это просто капец. Блин, свинка еще умерла. О, боже мой, ладно, друзья, на этом ролик наш заканчивается. Если вам понравился, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться. Серый, на самом Флэйсе. Всем пока, народ!